службы приглашается Александр Буля-Шаронов, 30 лет, город Балашиха. 2-0 на кулачке, мастер спорта по боксу, в активе. Около 20 боев на профессиональной арене, ветеран хардкора, способный закатить кровопролитную зарубу, так и закончить бой одним ударом. Победу нокаутом одержал Александр Буля-Шаронов. Сегодня Буля выходит, чтобы показать бескомпромиссный характер бойцов первого сезона и закрепить свое возвращение зрелищной победы. Сегодня мой соперник Абдул-Кадыр Гаджиев. Я и ты, мы слишком разные, потому что я именно тот сварщик, который хорошо варит. Варит не то, что варит, а варит... В октагон приглашается Абдул-Кадыр Аварец Гаджиев, 29 лет, Москва. Мастер спорта и чемпион России по боксу. На его счету более 180 поединков. Он непобежденный боец как в боксе, так и на голых кулаках. Сочетая стальной бойцовский характер и первоклассные навыки, он уверен, что сегодняшний соперник станет для него лишь очередной ступенью к чемпионству. Победу нокаутом одерживает боец из красного угла Абдул-Кадыр Гаджиев. Бьюсь с Шароновым Александром. Сегодня я покажу ему, что такое бокс и жесткий удар. Готов, боец? Первый раунд. Фай! Ну что ж, поехали. Тоже очень интересное противостояние. Стоп! 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 Неплохо уворачивается от удара сейчас Саша. Ну и старается навязать такую очень неплохую рубку, но да. Вот борьбы, парни. Ну, честно говоря, кажется, что Абдул-Кадыр более подготовленный к этому противостоянию. Но вот сейчас наскок очень хорошо. Буля, Буля, хорош. Корпусу, Буля, делай. Буля. Да, есть, конечно, определенные сложности на тело, но Абдул-Кадыр с двоечки очень хорошо начинает эту атаку. Но Саша классно также отвечает. Очень плотный бой, ребят. Дауд, твой прогноз? Ну, я по старой схеме болею за... О, сейчас слева очень болею четко. За Абдул-Кадыра в этом Гаджиев бою, короче. Гаджиев пробивает, и кажется, есть там небольшое течение. Справа добавляет. Хороший плотный но бой. Но все равно не отступает. Шаронов прет вперед, как танк. Пошла кровь. Мешает, конечно, мы сейчас обзору с правой стороны рассечения. И, соответственно, Абдул-Кадыр... Да, Абдул-Кадыр может набрасывать удары слева, и будут они очень часто доходить до цели, потому что в крови сейчас правая сторона лица у Шаронова. Ну, сейчас не было попадания, поскальзывается Саша. Сейчас Абдул-Кадыр крутейший бой, просто. И сейчас снизу Александр классно пробил, поджимает его сейчас Абдул-Кадыр. И есть попадание с обеих, причем сторон. На левой руке опять же, вот, да, хороший попадает джеб, хорошо. Абдул-Кадыр. Апперкот и добавляет. Очень жестко отсчитывает Александр Сидорин нокдаун. Очень круто пристрелялся Абдул-Кадыр левой рукой, потом подключил правую и вновь завершил левой. И очень эффектную точку ставит в этом раунде. Забирает его со счетом 10-8 с нокдаун. Дауном. Саня, не лети, Саня. Да не нужен лед, что ли, как. Абдул, как договаривались? На джебе держи, на джебе. Джеб забываешь ты. И машешь над ним, правый снизу поднимай, понял? Джеб, джеб, правый снизу, левый сбоку, понял? Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Абдул-Кадыр выглядит потихоньку.
техничнее, но против таких бойцов очень классно работает напор. И вот именно затянуть их в свои воды, навязать им рубку. Но на боксе Абдул-Кадыр какой бой показал против, против именитого бойца. Возобновляется бой, второй раунд. Абдул-Кадыр забирает центр ринга. Сейчас пошел вперед Александр. Промахивается справа. Фай! Тут же Александр Сидорин вмешивается в этот клинч. Ой-ой-ой, очень плотно. Жестко Абдул-Кадыр попадает, но не смущает это нисколько Александра, потому что продолжает он буквально как танк переть вперед. Хорошо, с левой руки точен Абдул-Кадыр. Не давим. Предупреждаю, вкусно. Фай! Подразбито, конечно, лицо. Попал, лицо попал. Шарона. Очень жесткие попадания Гаджиева. Пытается перекрываться Шаронов, но набрасывает. И все, Александр Сидорин. Шаронову респект. Угол был отказан. Ну, я понимаю, что бойцы всегда хотят продолжать поединок, но иногда их нужно беречь от собственной храбрости, от собственного характера. И в данном эпизоде Сидорин просто сохранил здоровье бойцу, потому что нет никаких сомнений, Шаронов готов продолжать, но здоровье прежде всего. И здесь Александр Сидорин, конечно, сработал очень четко и профессионально. Собственно, как и всегда, очень скучали мы по Саше Сидорину. Третья секунда второго раунда. Техническим нокаутом ввиду отказа секундантов бойца из красного угла победу одерживает боец из синего угла Абдул-Кадыр Аварец Гаджиев. Абдул-Кадыр, поздравляю тебя с победой. Твоя третья победа подряд. Ну поделись, какие дальше планы, какие дальше цели? Дальше посмотрим, что предложит лига. Идем, идем дальше. Ну а сам, может, хочешь с кем-то встретиться в октагоне, с кем-то разделить этот ринг? А, мне без разницы. Слова настоящего бойца, поздравляю, красавчик. Буля, родной, всегда рады тебя видеть. Сегодня не твой вечер, к твоему сожалению и сожалению твоих секундантов и твоих болельщиков. Ну скажи нам пару слов. О чем мне сказать-то? Все так, как есть. Ну как думаешь сам, простой сказался? Какой простой? Я не тренируюсь, вот все, я работаю. Табак кормить надо, семью. А чтобы бабки платили, нужно тренироваться. Замкнутый круг, я тебя понял. Подарочки от наших спонсоров. А мы переходим к следующему поединку. Официальный партнер мероприятия Gorilla Energy. Функциональный энергетический напиток с мощным стимулирующим эффектом для активных и амбициозных людей. Gorilla Energy. Сила для твоего главного боя. Я за этим и пришел сюда. Я пришел, чтобы выиграть каждый свой бой и подхожу к титулу. Я его хорошо знаю, мы как по боксу вместе бывали тоже на сборах. Я его знал, то, в принципе, ничего удивительного я не увидел. Люди хардкора, смотрите мои бои, я иду за титулом. Не упустите эту рубку.